О, мальчишка нагулялся, потому что поджимает лапки. Верный, пойдем. Пойдем. Поджимает лапки. Морозец на улице. Ну, променаж делать надо обязательно, потому что в любом случае в движении и кишечник будет работать нормально, да? Да, мой сладкий? Да ты мой умничка, ты мой умничка. Пойдем, пойдем. Сейчас еще раз его покормлю маленькой порцией. И все будет нормально. Все нормально, малыш. Умничка. Знаете, прям вот радуешься, когда они, ну, как бы доверяют тебе и ведут себя спокойно. Фактически ведь был у хозяев, и несколько дней он, смотрите, как привык. Такой, ну, очень добрый, общительный кобелек.